Здравствуйте, это новости Дагестана. Мы вещаем из дома. На связи с вами Джамиля Шарипова. Госавтоинспекция Дагестана призывает не превышать скорости, быть бдительными за рулем. На дорогах Дагестана только за апрель погибло 30 человек. Такие данные приводит МВД Республики. Всего же за этот период произошло 59 дорожно-транспортных происшествий. Около 100 человек получили травмы. Порядок въезда автомобилей в Махачкалу изменен. На северном посту ограничен левый поворот для автомобилей, движущихся по федеральной автодороге «Кавказ» со стороны Хасавюрта. Также ограничено движение в прямом направлении для машин по дороге Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний-Гунип. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Теперь, как поясняет ведомство, заехать в столицу можно, развернувшись на 806-м километре федеральной трассы «Кавказ» по проспекту Акушинского. Все это связано с тем, что проверки автомобилей на въезде приводят к большим заторам. В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Установлено, что мужчина – участник запрещенной в России экстремистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджа». Задержанный пытался завербовать в нее новых членов и призывал к неповиновению законам государства. Теперь ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства экстремиста изъяты 7 экземпляров псевдорелигиозной литературы и электронных носителей информации, содержащих материалы экстремистского характера. В настоящее время задержанный дает признательные показания. Сегодня в республике плюс 157 новых случаев заражения коронавирусом. Число людей с подтвержденным диагнозом достигло 724 человек. Данные приводит оперативный штаб республики. Среди заболевших 36 детей. Общее число зараженных в России более 74 тысяч человек. Трезвая Россия напомнила о законе, запрещающем продажу алкоголя в Рамадан. Закон, согласно которому в республике запрещено торговать спиртными напитками в дни священного для мусульман месяца, был принят парламентом Дагестана в 2013 году. Несмотря на это, по словам общественников, в предыдущие годы в ходе рейдов было выявлено, что подавляющее большинство предпринимателей нарушают правила. Координатор федерального проекта Шамиль Алиев призвал предпринимателей добровольно отказаться от такого рода деятельности. Многие наши активисты, помощники находятся в режиме самоизоляции. Не хочется в такой период проводить эти антиалкогольные мероприятия, чтобы не было скопления людей. В этой связи хочется призвать всех предпринимателей, уважаемые, дорогие братья и сестры, откажитесь, пожалуйста, от продажи алкоголя хотя бы на этот месяц. Давайте мы с вами не будем упускать эту возможность и используем ее правильно, будем становиться лучше. Работа по ликвидации несанкционированных свалок в республике продолжается. За последний месяц очищено от мусора 160 гектаров территории в городах Дагестанские огни, Каспийск, Буйнакск, а также Хасавюртовском, Ахтынском, Карабудахенском, Магарамкентском и Табасаранском районах. Свалки не были загорожены, из-за чего местный скот зачастую питался отходами. Мусор был вывезен на полигон, небольшая его часть захоронена. Аналогичная работа проводится и в других муниципалитетах республики. Традиционная всероссийская акция «Библия. Ночь» впервые пройдет в режиме онлайн. Мероприятие посвящено победе в Великой Отечественной войне. В рамках акции в сети можно найти видеоролики, в которых актеры театров прочтут сводки из военной прессы, личные переписки красноармейцев, а также отрывки из произведений о войне. Присоединиться к победному флешмобу сможет любой желающий. Для этого нужно записать видео с прочтением отрывка из письма или любой книги и выложить в любую социальную сеть с хэштегом «75 слов победы». Самые интересные, запоминающиеся видео будут размещены на странице акции. Ни дня без спорта. Несмотря на режим самоизоляции, многие наши атлеты не прекращают свои тренировки. Правда, теперь они вынуждены заниматься дома. Как свою форму поддерживает победитель первенства мира по боксу Джамбулат Бижамов, узнавал наш корреспондент Курбан Рагимов. Во дворе висит груша в качестве спарринг-партнера «Младший брат». Так лучший в мире боксер-юниор Джамбулат Бижамов продолжает тренировки в режиме самоизоляции. При этом работать спортсмену приходится пока одной рукой. Просто сидеть нельзя, потому что за это время, может, организм ослабнет, отвыкнет.
после карантина наступят сборы, соревнования, и надо быть готовым. Поэтому как можем, поддерживаем себя в форме. Дома тренируемся, то в тарки бегаем. Внеплановые каникулы – не повод прекращать занятия. В этой семье боксерские традиции переходят из поколения в поколение. Младшему брату Бижаму всегда есть на кого равняться. Живой пример – рядом 24 часа в сутки. Тренировки и общение с чемпионом – это бесценный опыт и мотивация. С возрастом я начинаю понимать то, что брат занимает. Я вот постоянно его встречаю в аэропорту, там чемпионат Европы, Россия, там мир. И это заложилось у меня в голове. То, что ты должен. Да, я да, должен. И на этот вопрос я отвечу так. Работа – это самая большая мотивация. Половину своей жизни 19-летний Джамбулат провел в зале. Делая первые шаги в спорте, сейчас не представляет свой день без тренировок. Как результат – большая коллекция кубков и медалей. На сегодняшний день самая ценная медаль – это за первенство мира по юниорам. Это самое высшее мое достижение пока что, поэтому очень горжусь. То есть, когда будет медаль чемпионата мира, то она перевесит, наверное. Конечно. На этих полках не хватает только наград взрослого чемпионата мира и Олимпиады. Это мечта Бижамова-старшего. Он выиграл все среди юниоров и только-только вступает в большой бокс. На дебютном чемпионате страны Джамбулат стал третьим и уверен, что перенос игр в Токио на один год сыграет ему на руку. Ну, когда узнал, конечно, рад был. Это будет вторая попытка попасть на Олимпиаду. За год еще окрепну, наберусь опыта и думаю, все получится. Чтобы улучшить свои показатели, боксер использует любую ситуацию. Насколько эффективно прошли эти домашние тренировки, покажет ринг. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Бой Хабиба Нурмагомедова может быть отложен до октября. Президент UFC Дана Уайт огласил планы на чемпиона лиги в легкой весовой категории. Соперник дагестанского бойца определится 9 мая на турнире UFC 249, когда Тони Фергюсон и Джастин Гэтджи проведут бой за пояс временного чемпиона. Бой Фергюсона против Гэтджи – это один из самых жестоких сражений в вашей жизни. Гарантирую, просто невероятный поединок, цитирует Уайта канал ESPN. Победитель этой пары сразится с Хабибом за пояс чемпиона. Нурмагомедов вернется в октагон в сентябре или в октябре. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя. Всего доброго и до свидания.